Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, на канале Джек Рос, Джек Рос. Всем здравствуйте. Короче говоря, сегодня метнемся. Вот эта часть острова. Посмотрим, что тут. Дальше вот так вот. Как бы заострить ваше внимание, хотел на тех моментах эти машины, которые постоянно все и все говорят, что блин, что за беспредел на гонтовом мосту за Сан-Франциско. Блин, это вообще... Вы понимаете, вот адекватность трафика. Один зацепил и понеслась. Тоже, блин. Тут я вообще молча стою. Друг другу не хожу, не вижу. Сразу за островом мы видим отель индейцев, потому что все-таки это Америка, превращение, насколько я знаю по истории, Америка принадлежала индейцам. Пошел таким вот образом. Так, ну здесь... Да, подожди, сейчас. Понятно, с джетпаком не обслуживаем. Такой спуск. Ну, ему не привыкать. В Америке не такое увидишь. Не, хороший гости. Этот он убил опять. Как раз вот, понимаете, подсказочка. Она вот такая.
Может быть, даже сегодня НЛО найдем. Так, понятно. Джек, как он не пускает? И без него. Годинница или спруг. Здрасте. Ну мы гараж играть не будем. Ладно, короче, вот что, друзья мои. Вот это что? Да с чего вдруг, алло? Машина, ты что делаешь? Я на трещину приходил, меня шмальнуло. Короче, даже этот путь заканчивается, скорее всего. Ага, военная база. Сейчас посмотрю, сколько плат. 4 из 11 плагинов. Какого вообще? Сейчас же мы не лезли. Так, это откуда? Сейчас будем на секретные места проникать. Что делать? Да уж, вот это вот охраняется территория. Ничего. Значит, они просто на определенном расстоянии активируются.
Это ерунда. Шерует какое-то хранилище. Ну да. Давай. Давай, садись. Один из стиков не нужен. Ух ты, ух, блин. Зоя, привет. Привет, их. Все проверим на теорию. Так, единственное, у нас проблема остается проблемой. Чего тебе? О, байк есть. Есть байк, отлично, поехали. Это отлично, смотрите, опа. То, что матери. Ha
Блин. Давай, 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 крути педали, пока не дали так. Так, это у нас... Давайте делать. Радиолокационный, сейчас попробую. Сейчас попробую перелезть. Опа. Так, еще здесь можно найти одну уникальную машину. Че, это бинокль? Давай серьезно. Это бинокль, елки-палки. Это прибор ночного видения, охренеть. То есть, понимаете, вот... Дорогие мои, чё ничего можно найти с Андреас? Снимайте, Джей. То есть, вот, получается, на это сейчас... Ну, честно, не знаю, подошел просто... Я видел знакомых... Знакомую машину... Давайте поставим. Вау. Ну вот. Как раз вот прибор ночного видения. Ну, сейчас он переключен на игры, но не суть. Вот еще первая находка. Так далее. Берем машину. Сент Кинг. Ну да, 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 что-то. Мастер, коробка, сколько. Какая разница. Кстати. Да, здорово. Давай я подведу тебя. Садись. Вот так вот. Сколько я прохождений смотрел, так где это? Это, по-моему, вот здесь вот. Да блин, ом-ном-ном, блин. Чувак, как ты сам нарвался. Потащи ты, блин, король или король. Во-во-во, вот это я принимаю.
Короче говоря, может быть, не совсем здесь. Сейчас посмотрим. Где-то вот. Да не знаю, может быть, по запретной зоне как-то погулять. Не хочу ничего пробовать. А, вот это место. Округлён, так, понятно. Так, блин. Я это перепутал. Так, поехали. Поехали. Так вот, ушел дорогу. Не, дай-ка. Не пишу. Все двери закрыты. Примерно не выйдет, не выйдет. Я поехал, вау. Короче говоря, какой-то видяк увидел. Что-то уже тут здесь. Так, окей, дверь открыта. Спасибо. Так, давай движок. Движок. Но самое хреновое, вот понимаете, вот оставили цветы. Самое циничное, блин. Не знаю, можно, конечно, блин, подождать. Хотя, знаете, давайте точно сейчас я перепаркую тачку. Может, мы сейчас подождем, может быть. Даже призрак увидит. Сейчас я тачку запаркую куда-нибудь. Да уж. Ну что ж. Ладно, будем ждать. Ребят, пока мы ждали тут... Просто видите, произошел взрыв. И винду упал самолет. Вообще. Звук был предположительно отсюда.
Вот такой же звук был. Это нормальная зона. Они здесь почему-то разбиваются. Самолеты. Ёлки-палки. Ребята, планетяне. Ребята, мы нашли их. Ёлки-палки, да, сработал вот. Ребята, видите. Вот этого не было, вот честно, блин. Блин, так еще страшнее, я думаю, что за трюк. Так, давайте обозначим точку. Давайте обозначим точку, где он рядом с запретной зоной, открывайте. Мы посмотрим уже, что здесь.
ты говорил, ты же хпшка будет. Вот это вообще, вот это охренеть. Так serious, guys. Это вообще. Блин, я вот реально что-то не обделался, когда, блин, самое, блин. Такой звук пошел, я думаю, что за хрень. Главный разработчик это самый. Говорят, не работает. Тихо. Мы пришли с миром, все нормально. Мы из МИБа. Чувак, все нормально. Ни хрена себе. Охренеть. Чувак, лей стоп. Чувак, успокойся, все нормально. It's alright, friends. Ёлки-палки, вот это вот. Эй, you listen me? Can be friend? Oh, excellent. What's the planet from? Понятно. Наверное, в районе Марс. Но знаете, он бежит на чужого похож. Не, на том плане, потому что, блин, в фильме был такой, то ли робот, то ли... не робот, я не знаю. И все рай. 5 утра, блин, охренеть. Слушайте, это вообще охренеть. Бежим ты, эй. Да хрен с ней, с этой тачкой. Слушайте, это вообще... Слушайте, вот. Реально подтверждение, то, что мод работает, оказывается. Надо было скачать 100%. Приходение, тогда мод работает. Сука. Шмаляют, брат. Да хорош, успокойся, мы далеко. Блин, да нет, бежит. Я думал, он умер. Все нормально, здесь просто манданутая просто установка. Надо шмалять по всем. Я не знаю, что сейчас будем делать. Надо бы проследить.
Не, ну вообще, это, ребят, мод рабочий, это же ссылка я оставлю в описании. Ребят, не бойтесь, я же актер великий, блин. Короче говоря, это мод, это инопланетянин. Куда ты бежишь-то, блин? Вот тачки разбитые. Человек, стой. Человек, стой, я тебе говорю. Человек, стой. Хорош. Чего тебе обратно надо? Давай, 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 давай. Давай, 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 мы друзья, ты чё? Да блин, извини, чувак. Поехали. Поехали. Заключим его, скажем, в обезьяну. Вау, вау. Нихрена себе. ХПш потаснула, Сид. Тихо, 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 жив, цел, орел. Да может быть они подействовали на меня чем-то, блин. У них же там гипноз есть и так далее. Сейчас надо. Надо это самое, да. CJ расслабился немножко. Блин, вообще. Блин, CJ, думаю, чё за хрень сейчас было.
совсем не видны, но сейчас все сделаем. Короче, сделал это же помощь. Потому что вообще ни хрена не видно, если честно. Чисто стоит. Ну это реально стрёмно. Даже ты стоишь в платном чисто сорвался. Даже не настоящего, но блин. Тут начинается вот это вот. Ну что, две тарелки уже? Понаблюдаем. Жаль, жаль, тоже фотоаппарата нету, блин. Ладно, вот видите, серьезная аномалия.
Ну, видели что? Вот такие вот НЛшки, блядь. Не, ну я не знаю, конечно. Конечно, сильно не дальше стрелы, но вертолет или дальше. Ладно, друзья мои, понятно. Вот такие вот НЛО. У GTA San Andreas, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ссылочку я оставлю, скорее всего, в описании, хотите. Не знаю, сейчас может быть еще когда-нибудь слетаем, но не знаю. Надо будет разобраться с этим, блин. Ссылочка будет в описании. Вот у нас протонуло. И мы пошли пьяные, короче, чуваки. Короче говоря, друзья мои. Кому понравилось все это дело, сейчас подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Жизнь. Да я не понимаю, что такое. Сейчас, ребята, подождите. Друзья мои, кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик, с вами был Жак Фрост, это просто. Короче, друзья, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.